Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Предисловие. Главная красота этой книги заключается не столько в ее литературном слоге или в количестве и полноте содержащихся в ней сведений, сколько в ее простодушной правдивости. Страницы ее являются записью действительных событий. Оставалось только слегка расцветить их, но за это не взималось дополнительной платы. Джордж, Гаррис и Монморанси – не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови, в особенности Джордж, который весит около 170 фунтов. Другие сочинения могут превзойти это глубиной мысли и знания человеческой природы. Могут соперничать с ним оригинальностью и размерами, но в отношении безнадежной и неисправимой правдивости ничто из доныне открытого не в состоянии превзойти его. Более всех прочих его прелестей упомянутое свойство увеличит ценность этим рассказам в глазах вдумчивого читателя и придаст лишний вес уроку, преподанному им. Лондон, август 1889 год.